Бизнесмены даже крупного калибра не часто могут похвастаться популярностью, которой пользуются голливудские звезды или исполнители заразительных песен. Илон Маск может. You're Elon Musk. I am. Пресса с жадностью хватает едва ли не каждое его слово, а широкая аудитория с нетерпением ждет очередной модели Tesla или запуска SpaceX. А ведь когда-то Маск был обычным стеснительным парнем. В 1995 году выпускник Пенсильванского университета отправил резюме в компанию Netscape, но так и не получил ответа. Тогда Маск решил наведаться в офис компании. К сожалению или нет, но этот визит окончился ничем. Молодой Илон добрался до вестибюля, но слишком боялся с кем-либо заговорить и просто ушел. Многое изменилось с тех пор. That's unreal. Netscape не существует уже более 10 лет, а Маск может отправить свой личный автомобиль в космос, и весь мир будет следить за этим. Это как жениться. Не знаю. Может, я не так хорош в этом.